Арена спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова принимает сильнейших спортсменов. Открытый чемпионат России по панкратиону проводится более чем в 40 весовых категориях. 200 файтеров со всех уголков России съехались в Омск. Вячеслав Ветрякуш борется за медали национального чемпионата впервые. Настрой, как утверждает сам спортсмен, серьезный. Несмотря на то, что за плечами пока нет громких званий и ошеломляющих побед, намерен бороться за призовые места турнира. Спортсмены приехали хорошие. В моей весовой достаточно много соперников. Это был мой первый бой пока. Сейчас втянулся, надеюсь, дальше будет лучше, легче. Представители Омского Прииртышья на этом чемпионате были на голову выше своих соперников. И это было видно уже потому, что многие из спортсменов заканчивали свои поединки досрочно. Для победы на турнире всероссийского уровня одного таланта мало. И вот здесь самое время вспомнить о тех, кто вдохнул в этих ребят искусство ведения боя и волю к победе. Наш российский спортивный центр «Панкратион», он сегодня является единственной такой спортивной площадкой, консолидирующей все здоровые силы и всех лучших спортсменов в области «Панкратиона» по Российской Федерации. И приезд иностранных гостей, руководителей Международной Европейской Федерации Панкратиона к нам еще раз подтверждает уровень, очень высокий уровень нашего центра Панкратиона. Современный панкратион впитал в себя все самое лучшее из существующих видов единоборств. В нем используется практически весь арсенал боевых искусств невооруженных атлетов, накопленный веками. На нынешнем чемпионате России богаче опытом оказались наши атлеты. 6 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей завоевали амичи. Он ждет турнира, который пройдет в Греции. For the World Championship. А, чемпионат мира это будет. And I'm sure that they will help with their quality for a higher level of Pankratio and today and for the future. И он рассчитывает на то, что уровень панкратиона на этих соревнованиях будет очень высокий. По итогам чемпионата России первое общекомандное место заняли панкратионисты Омской области. Лучшие из лучших будут защищать цвета российского триколора в греческой Спарте на родине панкратиона в конце ноября, где пройдет чемпионат мира.